Дело Иванова – это крупнейший коррупционный процесс начала полномасштабной войны в Украине. Крупнейший, но не единственный. Издание агентства пишет, после переизбрания Путина ФСБ начало массово ловить чиновников, депутатов и менеджеров госкомпаний на взятках. И все мы понимаем, что дело тут не во взятках. Кто в российской власти вообще чист? Возможно, поэтому в первые часы после ареста Иванова появились разные версии, за что его все-таки задержали. За взятки? Или же за госизмену, как писали журналисты важных историй. Возможно, торговались. Агентство насчитало 21 уголовное дело против власти имущих на разных уровнях и в разных регионах страны за этот месяц небольшим. Как обычно, новый срок Путина должен начаться со встряски среди своих. Свои же, возможно, помогают эту встряску только усилить. Совсем скоро Путину назначать новый кабинет министров, а эти портфели дорогого стоят, в них не 1 миллиард поместиться может. Тем более портфель министра обороны, ведь именно на это ведомство ставит сам Владимир Путин. Пока Рамзан Кадыров неделями прикован к койке в ЦКБ управделами президента, бывший замглавы МВД Чечни и командир спецназа Ахмат Алаудинов выступает на съезде «Единой России» и должности в Министерстве обороны. Турбулентность среди элит обсудим с политологом Борисом Пастуховым. Он к нам выходит на связь. Борис, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, добрый день. Складывается такая вот картинка. Да. Да, говорите, конечно. С комментариев вы сказали, что коррупционная составляющая, очевидно, не та, которая является настоящей причиной ареста. А мне вспомнился старый-старый анекдот времен как раз тех самых 90-х, которые все обсуждают, когда приходят два олигарха, я по именам не буду в суд между собой судиться, один приходит к судье и приносит ему $1 миллион и говорит, ну, мы же понимаем, в мою пользу надо решать. Второй приносит 1,5 и говорит, ну, в мою пользу надо решать. И судья долго думает, возвращает 500 000 второму и говорит, нет, судить будем по-честному. Я думаю, что то, что коррупция не является причиной, это такой сложный вопрос. Я думаю, что сажают за коррупцию, коррупцию реально хотят бороться, потому что мешочек становится меньше, денег из него тратить не хочется. А вот то, кого за коррупцию сажают, а кого нет, это вот уже история из разряда «кого буду судить по-честному». Я просто хотел сказать, что складывается такая картинка после переизбрания Владимира Путина, вот как игра в стулья, знаете, надо всем встать, поменять свой стул, но кому-то стула не хватит. И вот кому не хватит, тот отправится у нас как раз в исправительную колонию, ну или еще куда-то. И вот хотелось бы понять масштаб этой игры, насколько он большой, потому что, ну, так или иначе, турбулентность после переизбрания у Владимира Путина всегда была, и он всегда как-то тряс своих приближенных, а здесь как будто бы масштаб больше. Ну, если честно, у нас же игра обычно не так выглядит, давайте будем честными. У нас игра выглядит следующим образом. Встали, побегали по кругу, сели на свои стулья, а кто не сел на свои стулья, обычно уходит куда-нибудь в интересное направление, но чуть не в тюрьму. Обычно у нас все-таки уходит с повышением. Вон там Дмитрий Медведев у нас как удобно пересел с поста премьера в Совбез. Другие люди у нас пересаживались в регионы периодически. Поэтому тут вопрос скорее в том, вот в этой перестановочке, кто будет ли радикальнее, чем обычно, выглядеть исход для тех, кто стул не нашел. И я в это немножко сомневаюсь, потому что по мне-то как раз история с арестом замминистра, она, конечно, может быть анонсом проблемы самого Шойгу, но по логике вещей, наоборот, если бы хотели снимать Шойгу, надо было брать и делать полное дело, и всех снимать сразу или там, по очереди, но отдельным большим блоком, сразу давя на Шойгу. А сейчас получается что? Что военная сторона дела, она за Генштабом, она никогда не была за Шойгу, а экономическую ему сейчас его взяли за некоторые интимные части тела, по сути, напугали, поставят под него, скорее всего, своего человека. Зачем такого прекрасного министра, который сидит на кончике стула и понимает, что в любой момент его могут включить в это дело,
еще одним обвиняемым, зачем его снимать? Это же бесценный кадр. Он любые его амбиции политические, потенциальные, а Путин обычно боится именно того, что у его министра возникнут политические амбиции. А эти амбиции сейчас подвешены за Иванова, скажем так, чтобы не говорить о физиологических подробностях. Захочет он рыпнуться и постараться вдруг стать сколь-либо значимым игроком, бах, вот у тебя коррупционное дело. А так сидит тихо, выполняет указы, под него посадит другого человека нужного, который будет воровать деньги в нужную сторону. Поэтому, на мой взгляд, тут-то как раз зачем менять? Хороший человек. Разве что, если есть какая-то необходимость сводить кого-то со стороны, кого хочется. Ну, вот там были предположения высказаны, что нужно ввести Дюмина в состав министров. Но того же Дюмина вводить, если его смотреть как преемника или там какого-то важную фигуру, которую хочется... Дюмин, показать, давайте напомним нашим зрителям, это один из любимейших адъютантов, если я не ошибаюсь, Владимира Путина, ныне глава региона. Да, да. Тут Тулупом нет. Вот. Да. Но вопрос в том, что его, если его вводить, то вводить там какую-нибудь должность, с которой он расцветет, ну, то есть... чтобы он пришел и сразу стал хорошим, активным, легко пиарится. А мне не кажется, что должность министра обороны сейчас хорошая для пиара. Даже если предположить, что война идет неплохо с точки зрения Владимира Путина, популярность не добавляет. Будет проблемы с демобилизацией, которой нет. Все равно на фронте успехи переменные, потери большие. Поэтому сейчас, если хочется кого-то продвинуть, вряд ли его надо назначать на должность министра обороны. Поэтому нет, я как раз думаю, что Шойгу хорошо ответили, и я немножко удивлюсь, если его подвинут. Двигать его было раньше. Это же касается, кстати, и премьер-министра, потому что там та же самая история. Мишустина никто толком и часто сейчас не видит. Он экономику держит, не отсвечивает, угрозы не представляет. Поэтому нет, здесь, мне кажется, все как раз логично, все стало стабильно. Понятно, что мы не можем влезть в голову одного человека, который принимает решение, но я буду сильно удивлен, если изменения будут на вот этом верхнем очевидном уровне. Там еще хватает разных странных должностей, вице-премьеров, министров второго порядка, скажем так. Вот там, конечно, можно ожидать перетряхивания. А кто мог заказать эту атаку на Шойгу через уничтожение Тимура Иванова? Ведь отмечали некоторые, что замминистр, он видный представитель влиятельного клана, к которому можно отнести и самого Шойгу, помимо этого бизнесмена из ближайшего круга Путина Геннадия Тимченко, вице-спикера Совета Федерации Юрия Воробьева и его сына, губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Кто мог вот так вот прыгнуть на такой клан? Я думаю, тут есть сразу не два ответа, а двойной ответ. Есть ответ первого уровня. Кто хотел поучаствовать в дележе такого вкусного и сочного пирога? Но я думаю, что тот, кто не хотел поучаствовать в дележе такого пирога. Насколько мы слышим отголоски, там и ФСБ имеет свои интересы, и Главное управление разведки имеет свои интересы, и всем хочется кусочек... большого строительного военного бюджета. Но это первый уровень, потому что кто бы ни прыгал на него, понятно, что на него нельзя прыгнуть без санкций Путина. И даже комментарий Пескова по итогам ареста, он очень недвусмысленно подчеркивал, что этот арест был санкционирован лично Путиным. Это вопрос второго порядка. Почему это нужно Путину? И тут вопрос довольно простой, ответ довольно простой. Вы правильно говорите, это очень сильная группировка. Вообще любое сочетание денег и армии – это довольно сильное сочетание, потому что у вас есть ресурсы, у вас есть чего защищать. И это с точки зрения центральной власти всегда нехорошо. Эти игроки всегда должны быть немножко ослаблены. И я когда-то слышал, не могу
достоверно за эту информацию ручаться, потому что в одном источнике читал, что одна из причин, почему в армии США есть принцип постоянной ротации командного состава, причем в разные направления все время, это чтобы не складывалось даже в рамках армии США группы людей, которые там 15 лет поработали друг с другом, и у которых есть, вот я знаю этого генерала, мой начальник, этот генерал всегда был подчинен того генерала, у меня есть адъютанты, и нам доверяют солдаты, и вот мы все одна большая семья, уже не в смысле как армия, а в смысле как мы друг друга знаем, как это дядя, это племянник. Постоянная ротация, чтобы не было соблазна создать какую-то рисковую политическую ситуацию. Но это армия США, а России-то создать ситуацию рисковую проще. Поэтому, на мой взгляд, тут сильный военный клан с большим бюджетом, он просится на то, чтобы внутри него появились другие люди, появилась большая конкуренция. Это может слегка повредить кооперации в рамках ведения войны, а может не повредить, потому что, может, они будут друг друга чуть-чуть контролировать, и воровать временно станут меньше, пока все не устаканится. Но в любом случае это создает достаточную долю напряжения и страха у каждой стороны, чтобы в любой кризисной ситуации они не могли друг с другом договориться. И главная цель Путина же не сделать семью Шойгу или там, клан Шойгу, Воробьевых сильнее и лучше. Главная цель его сделать так, чтобы они были достаточно сильны, чтобы пугать окружающих, но недостаточно сильны, чтобы задумываться о том, что они могут пытаться брать инициативу на себя властную. Ну, понятно, да. В общем, два таких человека с огромным пирогом денег, понятное дело, что лучше бы ну, как-то ослабить этот союз. Логика здесь пирогом есть. Хотя денег в конце... и армией. И армия, да. Ну, два таких ядерных сочетания. Хотелось бы спросить в конце про Чечню. Насколько, как вам кажется, там сложная ситуация для Кремля? Насколько они обеспокоены состоянием здоровья Кадырова? И ну, готов ли какой-то план Б, если вдруг завтра с Кадыровым что-то произойдет? Понятное дело, что, ну, наверное, много спекуляций на этот счет сейчас происходит. Но, тем не менее, хотелось бы понять, в какой точке мы находимся. Ну, я все-таки считаю, что в Кремле сидят люди, если не мудрые, то умные. Соответственно, я полагаю, что если у них нет плана «Б», это прям большой для меня сюрприз. Мы никто не знаем, сколько Кадыров проживет. Понятно, что рано или поздно он умрет. Это не связано с его болезнью, это связано с естественным человеческим циклом жизни. Но расчет какой-то есть, конечно. Я слышал много мнений о том, что передел власти между кланом Кадырова и другими кланами приведет к тому, что там, Чечня обострится. Я немножко сомневаюсь, потому что мне представляется, что ключевой фактор необострения Чечни – это способность завалить правящую элиту деньгами. И вряд ли Кремль попытается привести после Кадырова кого-то из прямо противоположного клана, потому что в этом нет смысла. Можно найти кого-то смежного, кого-то компромиссного. Есть предположение о премьер-министре нынешнем Чечне, есть предположение о родственнике Кадырова, есть дружеские кланы. Поэтому там есть кого выбирать. Понятно, что какая-то доля претурбации будет, но пока этот выбор будет сопровождаться трубой из денег, я не думаю, что это будет большой проблемой. Вопрос, который возникает, конечно, там, где с Кадыровым была большая история и перебой, и все равно потом была личная, как, были личные отношения между Кадыровым и Путиным. Мы помним, что Кадыров фактически в младший вырос уже под кремлевский зонтик, потому что он был совсем молодым человеком, когда его отца убили, и дальше в этот момент он постоянно был под присмотром Путина лично. Поэтому там, наверное, эта степень прокладки между моментом, когда деньги кончились, и когда началось бурление, была больше. Был какой-то ресурс продержаться на репутации. Сейчас, если будет новый лидер, и потом довольно быстро кончатся деньги, вот тут, конечно, начнутся проблемы, потому что тогда тут же вылезет история, что вот был Кадыров, все держал, а теперь кто-то новый, денег нет, стало хуже. Поэтому я не думаю, что потенциальная смерть Кадырова, если она случится, это такой повод сказать «все». Вот теперь начался кризис,
Но это просто еще одна, еще один участок структуры власти, который станет тоньше, и который, как по старому правилу, что где тонко, там и рвется, при натяжении еще больше финансовом, при действующих санкциях, при продолжающейся войне, этот участок станет все более и более рискованным для будущих проблем. Спасибо вам за эту оценку и за ваш анализ. В нашем эфире был политолог Борис Пастухов. Спасибо, что посмотрели это видео. Если оно вам понравилось, вы можете нас поддержать. Как это сделать? Поставьте лайк, пожалуйста, этому видео. Также, если вы вдруг еще не подписаны на YouTube-канал Ходорковский Лайв, сделайте это.